Всем привет! В прошлом видео мы с вами снимали браслет двойной рыбий хвост. Сегодня я вам покажу, как связать вот такой вот браслетик тройной рыбий хвост. Смотрите, какой он красивый. И хочу обратить ваше внимание на то, что вяжется он без станка. Поэтому те, у кого нет станка, могут не огорчаться. Они также могут плести и носить такие вот красивые широкие браслеты. В прошлом видео мы с вами вязали вот такой вот образец. Я хочу его продолжить и показать вам, как из него сделать вот такой браслетик. Для этого нам понадобится крючок, но можно это делать и пальцами, но крючком гораздо удобнее. Мы вытягиваем желтенькие резиночки с любой стороны, а эти две косички должны быть рядышком, вот таким вот образом. Вот так. Вот, видите? Мы их стянули. Теперь мы берем нашу рогатку, фиолетовую резиночку одеваем восьмерочкой, затем одеваем нижнюю желтенькую резиночку. Далее одеваем розовую, желтенькую мы снимаем, чтобы она оказалась у нас вот так вот висеть на розовой. Затем мы одеваем вторую желтую резиночку, одеваем опять фиолетовую, желтую снимаем. Вот у нас получается на розовой резиночке желтая и на фиолетовой желтая. Теперь нижнюю фиолетовую резиночку провязываем. Опять одеваем желтую резиночку на рогатку, берем розовую, желтенькую снимаем и провязываем розовую резиночку. Чуть-чуть подтягиваем браслет, опять одеваем розовую, внимательно смотрите, чтобы не пропустить, опять одеваем желтую, внимательно смотрите, чтобы не пропустить ни одну желтую резиночку, чтобы одевать их подряд. Опять ее снимаем. Провязываем фиолетовую резиночку. Снова одеваем желтенькую. Дальше у нас идет розовая. Желтенькую мы снимаем. Провязываем розовую. И последнее в нашем образце. Желтая. У вас, естественно, браслет будет длинный, поэтому продолжайте вязать аналогично. Когда браслет связан нужной длины, мы его заканчиваем точно так же. Снимаем опять розовую резиночку. Затем переснимаем на одну сторону рогатки. Берем третью клипсу. Одеваем. Теперь нам нужно поравнять этот браслетик. Мы берем крючок. Берем крючок. И аккуратненько, аккуратненько вытягиваем желтенькие резиночки таким образом, чтобы они у нас, видите, как здесь вот, одинаково выглядывали с двух сторон. Вот так, они должны быть по центру косичек. Чуть-чуть подтягиваем с этой стороны. Так, теперь соединяем здесь тоже, подтягиваем немножко с этой стороны. Вот тут уже у нас убежали. То есть принцип вы поняли. Вот так. О. Чтобы они у нас с двух сторон смотрели. Вот так вот у нас получается. В принципе, это может быть еще не все. Мы можем связать четверной рыбий хвост. Для этого мы продолжаем. Мы с одной стороны вытягиваем резиночки полностью. Вот таким образом. И вяжем так же, как мы вязали.
Берем фиолетовую резиночку, одеваем ее восьмеркой, затем одеваем нижнюю желтенькую резиночку, далее розовую, желтенькую снимаем, опять одеваем желтую, фиолетовую, желтую снимаем, фиолетовую резиночку провязываем, опять одеваем желтую на рогатку, берем розовую, желтую опять снимаем, провязываем розовую, опять одеваем желтую, снимаем ее. То есть вяжем аналогично, как мы вязали до этого. Опять одеваем желтенькую, розовую, провязываем розовую, чуть-чуть подтягиваем. И последнюю желтенькую одеваем. Одеваем фиолетовую, желтую снимаем, провязываем, снимаем розовую. И нам нужно будет опять клипса. Мы берем клипсу. Четвертую. Вот так вот. И опять мы крючком чуть-чуть поравняем. Можно, в принципе, и пальцами, потому что желтенькие резиночки у нас уже идут в натяжку. И вот. У нас получается браслет еще толще, чем этот, еще шире. Вы, естественно, можете выбирать цвета по вкусу, какие вам больше нравятся. Получается вот такой вот у нас широкий, красивый браслет. Посмотрите, как он смотрится на руке. Замечательно. Видите? Какой красивый. На этом все. Наше видео окончено. Вяжите вместе со мной. Присоединяйтесь. Смотрите мои следующие видео. В конце видео есть ссылочки на другие браслетики. Пока-пока!